Привет, друзья! Гении и поэты знают все заранее. Борис Гребенщиков, создатель и лидер группы «Аквариум», сокращенно «Бог». Я хочу представить вашему вниманию альбом группы «Аквариум», который был выпущен в 2002 году, в феврале, называется «Сестра Хаус 500». Жанр арт-рок, регби, блюз-рок. Альбом создавался в течение целого года. А в этом году группе «Аквариум» исполняется 45 лет. Студийный альбом «Аквариума Сестра Хаус» составляет 9 песен. Это 15-й естественный альбом группы. Был написан в 2001-2002 году. Вот что Борис Гребенщиков говорит об этом альбоме. Он очень аутентичен по назначению и музыкальному стилю и не похож ни на один из предыдущих альбомов. Он бы должен был называться «Псалмы», просто церковные старцы отговорили меня от этого названия. Этот альбом представляет собой «Псалмы». Там не один, а целых 9 псалмов. То есть я следую примеру своего родственника, царя Давида, который написал 9 псалмов, необходимых мне в моей реальной жизни. Псалмы впервые в истории написаны в стиле гопака и мазурки. Но вы знаете, самое главное у Бориса Гребенщикова – это тексты. Внимательно слушайте. Предсказание. Это песня. Текст этой песни – это предсказание. На 16 лет вперед. Вот что происходит сейчас. Песен и нечего петь. Небо обращается в запертую клетежа. Старые слова в новом шрифте. Комический куплет для падающих в лифте. По улицам провинции метет суховей. Моя родина, как свинья, жрет своих сыновей. С неумолимостью сверхзвуковой дрели. Руки в перчатках качают колыбель. Свечи запалены с обоих концов. Своих мертвецов, мертвые хоронят своих мертвецов. Эй, кто-нибудь помнит, кто висит на кресте? Праведников колбасит, как братву на кислоте. Каждый раз, когда мне говорят, что мы вместе, я помню, больше всех денег приносит груз 200. У желтой подводной лодки мумии в руки. Колесо смеха обнаруживает свойства мясорубки. Патриотизм значит просто убей иноверца. Эта трещина проходит через мое сердце. В мутной воде не видно концов. Мертвые хоронят своих мертвецов. Мертвые хоронят своих мертвецов. Себя как негатив на свету сухая. Ярость сердца, вкус железа во рту. Наше счастье изготовлено в Гонконге. И больше ни одно имя не подходит нам больше. В каждом хилом бутоне часовой механизм. Мы движемся вниз по лестнице, ведущей вниз. Связанная птица не может быть певчей. Падающим в лифте с каждой секундой становится легче. Легче, легче. От воя. Нас учили не жить, нас учили умирать стоя. Знаешь, в эту игру могут играть двое. 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 Надеюсь, что вы поняли,
что в 2002 году Борис уже знал, что будет с нами сегодня. Вот что такое поэт и гениальный предсказатель. Пока-пока.